Мария Парамонова. Мария Парамонова – демограф, каллиграф, таролог, писатель без книги, ну и, конечно же, поэт. Конечно же, ну без этого. Вообще. Спасибо, ребят. Всем добрый вечер. Чёрствые люди вокруг говорят, что хотят. Не вникая в проблему, бранные чувства на сердце кипят, что галдят ерунду без разбору. Ты не прав, ты ошибся, они не молчат. А помочь, а понять не понутру. Эх вы, сухие в душе, все стыдят. А слова ваши себя внутри раздеру. Слишком умные все, пока боль не вкусят. А сейчас немного про любовь. Остро чувствовать жизнь, сладко чувствовать боль, наслаждаться тобой, забывать обо всем. Замирать, не дышать, от касаний вздыхать, познавать тебя вновь, от борьбы уставать и сдаваться тебе, все как есть отдавать, без прикрас и без лжи, душу вновь открывать, признавать свой провал. Гордость где-то забыв, подарить себя всю, без остатка, и, увы, вдруг понять, что чужую любовь не готов ты принять, тихо слезы не лить, просто взять, отпустить, ни за что не забыть, но навек отпустить, чтобы вновь полюбить. Да. Хочу фотку в профиль, как мы смотрим друг другу в глаза, наслаждаясь вниманием взора, погружаясь в известный лишь нам, нам двоим мир насыщенных красок, мир застывших мгновений вдвоем. Отключив телефон и смотреть, как в улыбке замкнуло глаза, как снежинки взлетают наверх. Поднимая взор следом на них, открывая друг другу секрет, что, наверное, нас вовсе нет. Мы парим над уснувшей землей, замирая от красочных звезд, мы дорогу построим из снов, заблудившимся руку протянем, в неизведанное вместе шагнем, ведь оно движет яростно нами. Замерев на секунду в глазах, мы прочтем все, о чем промолчали, и с улыбкой друг другу кивнем. И пойдем, в темноте утопая, по дороге из снов, без оглядки назад, доверяя друг другу без слов. В то, что манит и страшно зовет, как по тонкому льду по весне, в неизведанное, движущее нами. Я очень-очень волновалась и боялась забыть несколько слов. Вот. И я всем обещала, что я не буду говорить, я что-то забыла. Поэтому в этом стихотворении, в последнем, я буду пользоваться подсказкой. Это новое стихотворение, я его недавно написала, поэтому не люблю читать с листочком. Ладно, все, хватит оправдываться.
Бетон будничных дней мелькает, как на экране. В глазах блеклый сюжет. Работа, дорога, постель. Сегодня уже четверг, а завтра опять понедельник. Оттенок в картине — кофе. Зарплата пришла в СМС. Прочел и закрыл платежки. Работа, дорога, постель. Оплата прошла. Апрель, понедельник, декабрь. Аванс, СМС-ка. Сирень, как птички поют, не заметил. Калейдоскоп бесцветных картин. Крутит пятый сезон, и снова апрель. Квартплата, работа, постель, аванс, СМС-ка, четверг. И утром случайно завис, уставившись прямо в окно. Сквозь стекло облупившихся красок, нарушив простой алгоритм. Работа, постель, на работу. В глазах, в руках ароматный для цвета. В глазах апельсиново-синий. Пеплос развивается в небе. В шафраново-кубовых складках пылает златотронная Эос. Спасибо вам, ребят. Спасибо, Мария. Это было восхитительно. Это было очень круто. Спасибо большое. Да, очень приятно слышать это от поэтов. Да. Ну и можно я просто добавлю в самом-самом конце? Я просто хочу сказать, что стихи я не пишу. Меня достала истошная вот эта ваша драма и смысла жизни. Мне неинтересны. Я наблюдатель. Строки мои пресны. Оу, какая яркая... Вау, вау. Гам-гам. Машенька, спасибо большое. Спасибо.